В Государственную Думу будут внесены законопроекты, касающиеся поддержки предпринимательства и частной инициативы. В том числе речь идет об укреплении законодательной защиты бизнеса от давления со стороны недобросовестных, а такие, к сожалению, тоже еще есть, сотрудников правоохранительных органов. Сейчас хотел бы обратить ваше внимание на самое главное. А что у нас самое главное? Конечно, особое внимание следует уделить решению задач в области образования, здравоохранения, жилищной политики, экологии. То есть в тех сферах, которые прямо влияют на благополучие людей, на социальное и демографическое развитие. Для того, чтобы сконцентрировать усилия и ресурсы на решение наиболее острых, системных задач в экономике и социальной сфере, мы запускаем приоритетные проекты. Я прошу обеспечить их оперативное законодательное сопровождение, а также при работе над федеральным бюджетом предусмотреть финансирование приоритетных проектов в полном объеме. И, конечно, нам нужно укреплять безопасность и обороноспособность страны.